Все окей. Друзья, всем привет. Ну что, решили мы все-таки. Да, утро доброе. Решили все-таки с Лехой вырваться. Вырваться на открытие водометного сезона в этом году. Кто-то уже не раз мы открыли. Да, кто-то не раз открыл, мы только первый раз открываем. В принципе, могли бы и раньше, но погоды не было. Дожди стояли. Пасмурно, короче. Некомфортно, вода постоянно прыгала. Вот сегодня едем открывать. Какой, второй или третий день без дождей. Водичка вроде как спала. Но здесь у нас внизу, кстати, мутноватая вода, наоборот, на прибыли. Ну а там спала, посмотрим, какая вода. Доедем, так что глянем. Доедем, глянем. Только выехали. Ехать не загадывающие еще часа три, это как минимум, а то может быть и побольше. Так что, друзья, будем моментами останавливаться где-то. Перекусим еще где-нибудь, остановимся, там какой-нибудь пирожочек в пути. Ну и уже на месте включимся, наверное. Все, фаркоп проверили. Все нормально, все держится, все работает. Че, поехали ли? Потихоньку поедем. Ну все, друзья, поехали мы. Шишечек-то много. Вверх голову поднимаешь, голова кружится. Но красота, воздух чистый. Что, друзья, уже полпути прошли. Переезжаем. Тут бродик небольшой. Всегда здесь делаем остановочку. Воздух просто свежайший, обалденно. Дышится после городской суеты. Просто супер. Это журчит все. Бежит, журчит. А раньше вон там мост. А, может быть. Друзья, проехали мы деревню Московка. Сейчас поднимаемся вверх. Примерно километров 20 надо будет сейчас ехать по отвалам, по перевалам. А еще говорят, что впереди там на горе можем маленько не проехать. Говорят, все КАМАЗами там размесили. Сейчас будем смотреть, как лучше. Если уж совсем все будет печально, ну, придется будет подниматься тогда уже с Московки на лодке. Будем надеяться, что доедем до места. Ну что, ребятки, короче, мы думали тут печально вверху, а оказывается здесь вообще проехали боком. Даже камеру не стал включать, потому что, ну, что показывать. Здесь дорога идеальная, вон. Здесь край, а там вот где ниже все буксовали. Ну, туда я сейчас не пойду уже, ворачиваться надо. Там, получается, видно, шел трелевочник или погрузчик, что там было. И вот они там вот вдалеке подсняли этот слой, который был подразбитый. И все, дорога боком катись, в принципе. Ну, такая вот была колея, чтобы понятно было. Что-то типа такого, маленько поглубже. Похуже, да. Здесь, в принципе, мы даже бы, если бы и здесь разбито было, мы бы проехали. Проехали, да. Единственное, вон там поступали. Ну, все.
Пройдена дорога, дальше дорога, говорит, хорошая везде. Все, едем спокойненько уже на легках до места. Там уже включимся, друзья. Все, едем. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Че, как там рыба? Да мы только приехали. А, вы вниз пошли. А откуда идете? С Тулуюла? Вода мутновата. Но вчера, говорит, вообще была черная. Светлая была? А тут сказали наоборот, что, говорит, черная была прям вода. Ну, она, наверное, вечером они киданули, она сейчас вроде светлеет маленько. Ну, она так. Она к вечеру сейчас просветлеет. Вот они ночью ебнут, а погода плывет нахуй. Ну, да. Вы тоже спускаетесь? Мы, ну, выше пойдем. Ну все, ребятки, загрузились. Вот она, полная лодочка. Прям все под завязочку, можно так сказать. Все, сейчас добираемся до верху, ищем точку, стан, где встанем. Если избушки там свободны, остановимся в избушке. Если занято, ну, разобьем лагерь. Как бы это все не трудно. Ну все, сейчас Леха угоняет машину туда вверх домиком к забору и трогаемся. Ну что, Валерий, будем заводиться? Первый раз в этом сезоне запускать. Запуск будем производить нашего китайчика сороковочки. Так, что у нас тут? Газ, тормоз, ручник, самое главное, снять туда. Здесь открою, сейчас побежит, наверное, да? Да. Попробуй приоткрыть. Вообще не должно побежать. Давление сбрось. Вот так вот. Все, хуя бежит. Ну, завелся, можно сказать, с полпинка. Хуя бежит нормально. Даже душу принимать можно горячий. Да, да. Ну и что, как он? С полпинка? Нормально. Можно сказать, с полпинка. Простоял всю зиму, осень. Да, 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 да. И на этот бок. О! Не спеши, подожди. Сейчас отойду от берега. Садись. Ну чё, штурман, ты готов? Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Первая наша остановочка. Вон, смотрите, банька. Вот он, домик. Баня, все как надо. Вафли кто-то не доел.
На территории ведется фотофиксация. Дорогие гости, добро пожаловать. Убедительный просьба соблюдать чистоту и порядок в домике и на территории. Ну, классно. Что, открывай? Открываем. Открывай. Смотрим, есть кто. Сейчас посмотрим. У нас здесь чистенько. Тепло, а видно, топили. Видно, кто-то был. Ну-ка, Петька, потрогай. Ну, теплое. Чайник еще стоит. Теплое? Ну, теплое, ага. Ну, я тебе говорю. Ну, еще будем оставаться или что? Ну, не знаю, вон, смотри, калоши, может, кто-то уже живет. Вон, видишь, вещи какие-то под этим. Ну, вот такая вот избушка. Ну, вообще-то нет, ведра, тазы. Красота. Может, кто-то переночевал, и вон ниже пошли мужики. Надо было спросить. Ладно. Посмотрим сейчас, что к чему. Досточки лежат. Там так. Гальчик, все как надо. Да. Ну и чисто, самое главное, на территории. Дровишки вот лежат на растопочку. Все, кто-то за собой все прибрал. И также все аккуратненько нарубил. Вот она банька, вот смотрите. Там клозет вон стоит. Все четко, умывальничек. Такая красота, друзья. Сейчас покажу. Вот банька закрыта она, правда. Вот она, баня классная. Вообще, каменочка тут, все как надо. Но не топили баню. Здесь холодно. Может быть, вчера топили. Не знаю. Ну, что там? И холодно. Труселя висят. Лестница, вон, видишь, на чердак. Все как надо, короче. А там веники, надо берем. Да, возможно. Вот такая красотища, друзья, короче. Посреди тайги вот такая чудо-изба. Все, сейчас думаем, что делать. В принципе, не видать, что все равно, может быть, какие-то вещи бы лежали. Ничего такого особо нету. Не знаю. Посмотрим сейчас. Может, здесь и переночуем. Короче, еще одно место, друзья. Вон как раз и дрова есть. А? Вон как раз дрова есть. Что, а вот здесь? Где встать? Где? Короче, решили мы здесь на природе встать. Вдруг приедет хозяева. Выходные дни. Потом все собирать. Короче, чтобы не тесниться. Можем вот тут расположиться, да? Когда знаешь где, или вот около этого куста, чтобы привязываться? Да вот кусты. Вот. А дуть с этой стороны, видишь, ветер. А, ну давай. Давай к этим кустам привяжемся. Вот к костер. К этим кустам привяжемся, да и все. Ну все, надо лодку тогда вот сюда сейчас подтащить. И все. Нормальное место. Тут и полазить можно, половить. Да. И выше уйти. Все. Выгружаемся. Все, все. Ну все, тогда лодку надо подтаскивать сюда. Я ее один не подтащу, навряд ли. Все, друзья, решили, короче, здесь остановиться. Спокойненько на острове. Никого нету. А дни. Не только природа, дикая природа, красотень.
все, друзья, сейчас будем распаковываться. Поставили палаточку, вот, привязались. Все ништяк. Дров тут рядом много, вон березина целая по весне приперла. Распилим ее на дровишке. Ну а сейчас что, сейчас решили маленько пообедать. Время у нас уже второй час. Сейчас запарим лапшички, перекусим. Ну и поедем, порыбачим здесь рядышком. Промчим места, посмотрим, где что. Проверим. Я думаю, что на жареху по-любому наловим. Вечерком пожарим хариуска. Все, Леха пошел дровишек подпилить пилой. Я ставлю чайничек. Где-то свой походный, короче, чайник оставили. Где, не знаю. В гаражах вроде все перерыли. Что-то не нашли. Хрен знает, где он. Ну да ладно. Все. Ставим. О, все, четко. Да? И огонь есть? Не пойму только. Что, видать, баллон пустой. Ну ладно, поставим, посмотрим. Все. Вот тут и пили. Друзья, чайник вскипел, свисток открылся. Сейчас лапшички запарим. Короче, дровишек маленько напилили, запарили. Лапшички Да, паштет, что, достать? Да ну, колбасы отрезал, а что-то? Зачем? А это вот досточка игоряночевская. Будет смотреть. Смотри, Игорян, мы ее теперь приобщаем. Ты же сказал, что у нас нету видео. Досточки. Досточки. Все, теперь возим. Хоть и вешает она лишний груз, но без нее теперь никуда. Зато можно кого-нибудь еще и ударить попутно. Отбрисовать будут. Ну, типа Мишки Косолапова. Мишки Гани. Ну, так. О, вот. Хорошее место. Кстати, называется кормилица. Сколько тебе это, смотри? Да хватит. Хватит? Называется кормилица. Прям... Короче, прям мое место. Я, друзья, бодяжу с кока-колой. Леха чистый вискарик будет пить. Природа, отдых, все как надо. Мы не из тех, кто прячется, да? Нет. Че прятаться? Все как есть. Перекусим. Попрем. Надеюсь, рыбки поймаем, да, Лю? Обязательно. По-любому надо. На жареху все равно что-нибудь не поймаем. Ни хера ты полпачки майонеза ухнул туда. Мне не жалко майонеза. Это же не тушенка. Я понял тебя. Ну что, Лень, давай. Давай. За приезд шваркнем. Я в кадр тоже хочу попасть. Давай, друг. За первый выезд. За первый выезд в этом году. За открытие болтоходного сезона. Ой, болтоходного. Водометного. Не надо нам болтоход, мы от него избавились.
Так что вот так вот сидим, друзья. Классно. Добрались, слава богу. Давно мы мечтали об этом. Алексей, я вообще уже не знаю. Не знал, как выдернуть на природу. Ну, вроде как согласился. Нет, сейчас. Я уже настроился. О, оса, оса, оса. Давай еще укуси меня. Здесь я настроился. Ну все, все, давай. Давайте. А, прекрасно. Сейчас под лапшичку. Вообще тема. Ну иди ты отсюда, что ты. Так вот, ребятки. Ну ладно, что будем кушать. Потом включимся в процессе. Как поедем уже по рыбалочке там. Надеюсь. Все будет very well. Все, ребятки, будем кушать. Всем приятного аппетита, кстати. Да, приятного аппетита. Так, ну что, первый заход на хариуса. Новые мушки. Новые мушки. Такая вот, Леха, какую-то коричневую. Пленочка. Грудка салатовая. Точка атаки в середке, да, что-то какая-то. Так, да. И вот такой вот шитик. Такой вот шитик интересный. Я вставлю картиночки потом. Так что, Василий, будем пробовать. Идем пробовать твои новые все мушки. Все новые. Заходим. Ну что ты? Это была поклевка. Он опять тенды. Здесь тягун хорош. О, есть. Вот он, первый, друзья, в этом сезоне. Не крупный он, конечно. Не крупненький, но вот такой вот хариузишка. Отпускаем его. Первый хариус в верховье этого сезона. Вот оно. Вот это уже жарёшный. Нормальный жарёшный уже хариузок, друзья. Вот он прямо из-под нос. Нет? А на жарёху надолбил. На вечерок. О, есть. Сошел. Хорошенький. Хорошенький сошел. Он прям подходил, я видел. Опять был подход. Короче, Леха взял хариуса вот такого. Вот. Хороший. Вот. На шитика, да? На шитика, ага, взялся. На новую мушку. На новую мушку, Василия. Тебя там зацепилось где-то. Что это за рукав? Так. Вот и новая мушка. Сработала. Сработала. Всю руку отгадит. Страшно. Ради такого можно руку обгадить. Неплохой, хороший такой хариус. Прям сок. Огурцами запахло. Свежестью, да? Хороший, едовой хариузок. Есть контакт, как говорится.
Давай. Жарешь на хрюзок. Само то. Здесь приямок, да. О, еще. А это меленький, друзья. Этого я отпущу. Да ё-моё. Тихо, 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 родной. Губу оторвал, короче. И этой мухой засандалился. Да, он, она была надорвана у него. Вот он, прям под ногами, блядь. Взялся прям под ногами. Короче, есть кариус, друзья. Сегодня стопроцентная жареха будет вечером. Это круто. Ну что, маленько погуляли с Лехой. Чуток. Вот так вот. На жарешечку мы поймали. Вот я поймал здесь вот. Стаканчики. Вот так маленько. Расстегну. Короче, вон. Вон Леха на жареху. С десяток на тарабане. А я чуть поменьше. В этот раз. Нормально. Я вот 6 штучек бахнул на жарешку, на вечернюю. Так что вообще уже даже прям, уже супер, я скажу, ребятки. Как говорили, что рыбы нету, ничего не клюет. Нормально. Мы еще, в принципе, особые даже мушки не подбирали. Все, что первое, то, что попалось, одели. И вот такой результат. Поем сейчас повыше, прокатимся. Здесь можно еще вечером прогуляться возле стана. Все рядом. Мы сейчас повыше. Ну, поэтому пойдем повыше. И там уже попробуем. Все, ребятки. Отчаливаем. Отчаливаем, Юнга. Так ходила, да? Вообще мелко он стало, где раньше мы проходили. Вообще камни и мель. Хорошо припарковались. Вон там, да, камней сколько, да? Там пиздос, нахуй. Такое чувство, как будто их намыло, что ли. Намыло камни вообще жестко. Я хорошо вообще... сидим, да?
посидим, да поедем, да. Вот еще очередное место. Приехали. Поменялось все. Ну, не глобально, конечно, но намыло камней. Наверное, если вода упадет, проходимость здесь еще уменьшится. Ну, пока ничего, вроде прошли нормально. Вылазим, сейчас пойдем порыбали. Короче, много цветочков красивых, друзья. Идем тут с Лехой. Надо зоном нарвать. Какие-то, не знаю, что это. Синенькие какие-то. Лилии, огоньки. В общем, красота, природа. Сейчас выше от лодки пройдем. И вниз к лодке спустимся. Чтобы не нашуметь лишний раз. Хариуса не пуганит. Такое красивучее место, друзья. Скалочка. Сейчас здесь пойдем. Что, еще ниже пойдем? Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут как плиты какие-то. Вдоль них, короче, надо. О! Хороший, хороший. Вот это хороший. О, за кепку. Она за краешек зацепилась, ага. На какую клюнул? На коричневую, да? На коричневую клюнул. Ну как не вижу, а притопило сразу. Ребятки, прошли здесь тоже. К сожалению, тоже здесь не очень. Лёха поймал одного хорошего. Ну и все. А, ну и сейчас еще одного вытащу. И все. Двух. И все. И прошли мелочевки. Так 2-3 штучки клюнуло. И тут же сошли, даже можно так сказать. Все равно бы отпустили. Будем искать, ем еще время, пока есть у нас еще в запасе 2 часа до темноты 3 точно. Будем пробовать, короче, ем дальше. О, опять хорошая, да? Угу, хорошая. Что там, опять шитик? Зарёхный. Коричневый. Коричневый же. Ну, Лёха, что, двух подряд заганул. Меняем что-нибудь еще, поставим сейчас. Только что, я уже не знаю. Почти все перепробовал. Почти все. О, вот это только поменял, сразу приход на панцирь. На панцирь? Ага. Панцирёчек. Коричневый.
Он маленький. Это что-то ямочка, да? Глубину поднимем тогда. О! О, нихуя. На желтую. На желтенькую взяла. На какую желтенькую? Это не желтенькая. Это как бы не твой этот. Ну нет, не твой, у тебя там оранжевый добавлен. Ну это что-то типа горчички. Да, нету там оранжевого. Типа горчички что-то. Алексей пожарник разжег костровище. Костровище. Сейчас еще здесь на стане. На стане вон там пройдемте еще. Попробуем еще что-нибудь поймать. Под вечерок. Ну, а потом уже будем рыбку почистим. Пожарим. Свеженького хариуска поедим, короче. Вот как-то так. Что, друзья, идем сейчас чистить хариуса на вечернюю жареху. Заодно посмотрим, что у него там, чем он вообще питается. Возможно, подберем к нему завтра хоть ключик. Хотя и сегодня неплохо. Уловчик нормальный, жарешный. Высыпаем, чистим, а потом определим, что пожарить, что засолить. Ну а что? Ну такой вот улов, друзья. Что тут? Нормально. Приезжает неплохие. Жареху само то. Все, будем чистить. Будем чистить и смотреть. Будем посмотреть, что у него там. Сейчас скроем и проанализируем. Даже видишь, с икрой. Да не. Молодая икорь. А где паки? О! Все, панцирь. Ну, смотри. А желудки-то не пустые. Желудки полные. Полные. Вон, смотри. Это что такое? Ручейник? Да. С крыльями, да? Да. Ручейник белый, он, видишь, какие-то. Вот он, панцирь, панцирёчек. В общем, такой, друзья, трэшек. В желудке все панциря, коричневые оттенки все. И поэтому и Алексей на коричневую и долбил. Ты что, большого будешь вскрывать? Давай вскроем, посмотрим, тоже желудок полный. Еще есть жир, смотри, сколько жира в желудке. Вроде бы. О, с прошлого года, видно, нагулил. Ну. Битком. Охренеть. И все крупные. Это просто треха. А где он их ест? Он же не пристал сюда. Ну ты посмотри. Я вижу. Вся летающая. Можно сказать, верховая муха. Смотри, друзья. Обалдеть. И что тут подбирать такое? Смотри, есть с розовым. Она вот с розова что-то есть. Пробовать кембрик, пробовать. Что там есть? Васина новая там, розовая есть. Охренеть. И вся круг. Ну да. Так, сейчас, ребятки, будем рыбку жарить.
костерок горит. Здесь все подпалим, чтобы журчало, все скворчало. Мука. Рыбку посолили. Леха там обустраивает матрас к ночлегу. Сейчас мука пока сюда. Еще наливаем масло. Все окей. Маслица нальем. Вот, отлично. Так облачно, но вроде как дождик не намечается. Хотя хрен его знает, тут в горах, друзья, все меняется за секунду. А! А аккумулятор где? Там. В палатке. Так что вот так вот, друзья, в принципе, сегодняшний день неплохо, ну, с учетом, что доехали, пока все это загрузились, разгрузились, еще и рыбки поймали, как бы вообще прекрасно. Фух. Главное, что погодка была хорошая, ветер был, правда, но все равно тепло. Нормально. Еще завтра денек. Дай бог, чтобы был хороший денечек. Без дождя такой. Нормальный, как сегодня хотя бы. И тогда вообще отдых вот такой удастся. Все, греем масло. Масло. Масло раскаляется. Вообще здорово. Раскалится в муке. И будем жарить рыбку. Бултых, бултых, бултых. И сюда погнали. Погнали, друзья. На природе вообще хорюзяка жареная. Это бомба, друзья. Это просто бомба. Так, надо убавить газ. Вот такие красавчики будут у нас. Зажаренные. Свеженькие. Свежепойманные, так, здесь все жарим. До хрустящей корочки. Красота. Что, ребятки, все. Вот так вот рыбки нажарили, вон, чашечку. Сейчас 50 грамм. Хлебушек, все у нас, майонезик, рыбка, 50 грамм вискарика, костерок и душевный разговорчик к вечеру. Леха лежит, отдыхает на природе, говорит, супер, дома так не отдохнешь. Все, что, поляна накрыта. Все, ребятки, сейчас будем ужинать. Время уже 10 часов вечера. Ужинаем, болтаем, короче, отдыхаем на природе. Вот такие вот дела, друзья. Смотрите, подписывайтесь, лайк ставьте, не забывайте. Кстати, всегда говорю, что последних видео, что есть у меня канал на Яндекс.Дзене, обязательно подпишитесь, зайдите. Потому что YouTube, не знаю, сегодня есть, завтра нет, как говорится. А на Дзене также дублируются все видео. Всегда будете в курсе всех моих видео. Ссылки все будут прикреплены в описании.
на главной странице о канале. Так что, друзья, заходим, подписываемся, ну и прожимаем лайк. Ну все, мы кушать, отдыхать, спать. День был сегодня такой насыщенный, тяжеленький. Ну а завтра уже с новыми силами, как говорится. Посмотрим, что будет. Все, ребятки, до завтра. Всем пока-пока.